Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. С нами на связи по скайпу из Киева политтехнолог Николай Спиридонов. Здравствуйте, Николай. 9 декабря в Париже состоится встреча нормандского формата, так называемой «Нормандской четверки». И, конечно, все может измениться за это время, но, тем не менее, вроде бы все идет своим чередом, встреча должна состояться. А вот на днях было сообщение, что состоялся телефонный разговор двух президентов Украины и России, Зеленского и Путина. Официально было сообщено, что речь шла в этом разговоре вот о предстоящей встрече в Париже. Кроме того, по поводу передачи кораблей шел разговор, имеется в виду, который Россия захватила в Керченском проливе. И обсуждались вопросы транзита газа через Украину. Скажите, пожалуйста, как в Украине восприняли очередной контакт Зеленского и Путина, потому что я знаю, что неоднозначно относится сообщество в Украине к этому, а также к тому, что вот уже точно подтверждено, что встреча состоится? Ну, относительно разговора Путина с Зеленским, кстати, большого ажиотажа в СМИ не было. Некоторые, правда, полушутя требовали стенограмму разговора, потому что все-таки там разговор с агрессором и так далее. Но, в принципе, как-то вот этот разговор прошел не слишком замеченным. Что касается нормандской встречи, опять-таки, у части населения сдержан оптимизм, ожидают прекращения боевых действий. Ну, в частности, я вот со сдержанным оптимизмом отношусь, считаю, что, может быть, что-то станет чуть лучше, чем было. Но часть населения ждет зраду, потому что сам факт вот разговора с Путиным, встречи с Путиным, примерно у 25% населения, скажем, вызывает явное неприятие, еще где-то у 25% настороженность вызывает. Поэтому, разумеется, вот те, у кого эта встреча вызывает неприятие и настороженность, вот ничего хорошего не ожидают. И для того, чтобы Зеленский в этом сегменте не потерял рейтинг, ему необходимо будет предъявить какие-то серьезные существенные результаты, хотя бы масштабный обмен пленными. Потому что если встреча пройдет, а результатов не будет, тогда это будет восприниматься как зрада. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что достаточно значительная часть сообщества в Украине либо настороженно относится к предстоящей встрече, либо вообще отрицательно. А хочется понять, почему? Ведь Зеленский, по сути дела, делает то, что он обещал во время своей предвыборной кампании, когда он получил вот такой вот практически феноменальный результат, когда его поддержало свыше 70%. Я не говорю, что все 70% голосовали за него именно потому, что он обещал встретиться с Путиным, в кавычках. Но, в принципе, он делает то, что он обещал. Он говорил, что он расчистит условия для встречи в нормандском формате, для того, чтобы лично закрывать вот подобные сделки, что он сделает все, чтобы прекратить войну на Донбассе. Но это шаги к этому. Ну, скажем так, Зеленский во время избирательной кампании обещал всем то, что они хотят услышать. То есть он, соответственно, вот очень много дал самых разных обещаний. Далеко не все они были услышаны. Почему настороженно относится к встрече с Путиным? Ну, предполагается, что Путин великий и могуч, что он такой себе око Саурона, очень большой и очень злобный. А наш Владимир Александрович, скажем, такой, может, парень и неплохой, но парень неопытный. И, соответственно, вот Путин что-то продавит выгодное ему, и лучше бы с ним супостатом вообще не встречаться. Вот это мнение значительной части населения, и, скажем, и особенно трудно будет Зеленскому, если он не предъявит конкретные результаты. То есть, если он скажет, я встретился с Путиным, мы там договорились, обменяли пленных, Россия нам там чего-то вернула, то это будет понятно, встретился, достиг результата. Но если просто встретился, то многие будут кричать, что это зрада зрадная. Понятно, но, в общем-то, опыт таких встреч в таком формате, на таком уровне, показывает, что просто для того, чтобы обменяться рукопожатиями и сделать официальную фотографию, президенты не едут в Париж. Значит, все-таки очевидно,
есть некие переговорные группы, которые готовят какой-то, я не говорю, может быть, пакет соглашений или хотя бы наметки на какие-то договоренности, которые можно будет по итогам встречи предъявить. На ваш взгляд, какие это могут быть договоренности, вообще, что могут предъявить оба лидера, я имею в виду и Зеленский, и Путин, по итогам такой встречи? Ну, совершенно верно, что действительно без причины обычно не встречаются. Более того, итоговое коммюнике встречи должно было бы быть 90% подготовлено еще до встречи. То есть обычно вот когда такие встречи проходят, то ну, дипломатически мы же понимаем, что нужно все подготовить еще до встречи. Что мы ожидаем? Ну, есть вариант минимум, есть вариант максимум. Вариант минимум – это действительно масштабный обмен пленными и продолжение разведения войск. Уже некоторые успехи в этом есть. Ну и максимальный вариант – это, разумеется, все-таки прекращение боевых действий, хотя и на условиях, которые, может быть, не всем нравятся в Украине, потому что у нас в Украине многие там партии войны, пассионарии говорят, а давайте мы прекратим боевые действия на Донбассе, там всех, скажем, расстреляем. Вот, а тут, наоборот, Донбассу будет некий особый статус, скорее всего, прописан законодательно, и, по крайней мере, теоретически жителей этих территорий никто травить не должен, иначе вот договоренности сорвутся. И, соответственно, вот такая часть пассионарная, партия войны условная, будет выражать громкое недовольство, которое, возможно, аккумулируется даже их протесты под администрацией президента, которые, собственно, мы уже видели. Я хочу вернуться к тому, что вы говорили об отношении сообщества к фигуре Зеленского и возможным его встречам с Владимиром Путиным, переговорам и так далее. Мне попалось вот перед тем, как, когда я готовился к нашему эфиру, опрос фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии. Так вот, это Ирина Бекешкина имеется в виду, да? Да. Ну, да, знаю, так вот, знаю, согласно этому опросу, тем цифрам, которые я видел, 62% опрошенных позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды. Или вот, допустим, в заслугу ему большинство ставят именно инициированные им переговоры по Донбассу с президентом Путиным, решение об отводе войск и так далее. Что это означает? Ой, ну это означает, что госпожа Бекешкина, которую я знаю лично, как правило, лояльно относится к любой власти. Поэтому, вот, соответственно, сейчас власть Зеленский, и идет попытка эти цифры представить достаточно выгодном для него свете. Но в целом, ну может быть, я готов предположить, что эти цифры приблизительно могут соответствовать действительности. Допустим, 62% относятся позитивно, но надо учитывать, что оставшиеся проценты могут в медиа и в социальных сетях такой создать шум, что их будет слышно громче, чем 62%. То есть у нас же, по сути, вот даже крайне националистическую позицию процентов, ну, 20-25 населения занимает. Но поскольку они громкие заявления делают, ну, в том числе иногда и антисемитские, иногда там самые разные заявления, то, соответственно, их громче слышно. При том, что вот процентов 75 населения, ну, таких заявлений себе не позволяют. Поэтому и тут надо еще не только учитывать, скажем, какой процент с чем согласен, что поддерживает, а в итоге какая будет волна в медиа и в социальных сетях. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот есть программа «Ожидание минимум» и «Ожидание максимум» от парижской встречи. А вот «Ожидание минимум», которые тоже, в общем-то, будут большим шагом, это что? Ну вот я же, в принципе, озвучил, что это как минимум еще масштабный обмен пленными, потому что пленных далеко не всех обменяли, в том числе многие вот в заключении томятся в так называемых ДНР и ЛНР, и прекращение боевых действий по всей линии фронта, потому что
собственно, сейчас разведение войск состоялось в двух пунктах, и то там с некоторыми нюансами, уже не будем вдаваться в подробности. А есть же еще несколько пунктов, которые требуют разведения войск, и вот, соответственно, продолжение этого процесса, как минимум, активное. Скажите, пожалуйста, у меня есть еще один вопрос. Он, может быть, не имеет напрямую отношения к теме нашего разговора, но он имеет отношение к теме популярности Зеленского и того, как его деятельность оценивают граждане Украины. Вот буквально несколько дней назад был опубликован отчет антидефамационной лиги за прошедшие 2 года в Восточной Европе, в котором отмечено, что вообще в Восточной Европе заметно возросло число людей, которые разделяют антисемитские убеждения. И в частности, дальше идет по странам картина. Так вот, согласно этому отчету, в Украине 46% опрошенных, цифра очень высокая, даже для Восточной Европы, вот разделяют антисемитские взгляды. И дело даже не только в этом, а в том, а в динамике. В 2017 году таких было 32%, то есть на 50% почти увеличилось число вот таких людей. На ваш взгляд, что это означает, с чем это связано, и не сыграл здесь ли свою роль господин Зеленский, точнее избрание его на этот пост? Рейтинг Зеленского уже достаточно стабильно падает. За последние 2 месяца он упал процентов на 10. И, соответственно, да, вот если недовольны Зеленским, а Зеленский, как мы знаем, еврей, то, соответственно, да, вот у людей, которые, скажем так, не отличаются там глубоким мышлением, могут возникнуть определенные претензии ко всем евреям скопом. В принципе, мы об этом и говорили уже на ваших эфирах, что, к сожалению, вот может быть, что Зеленский окажется в какой-то степени ответственным вот изо всех евреев. Что касается, ну, в глазах, по крайней мере, определенной части населения, тех же националистов, которых 20-25%. Что же касается антисемитских настроений, ну, я все-таки надеюсь, что цифра 46% преувеличена. Я лично, ну, не вижу в своем окружении. И те люди, которых я видел, вот, которые, скажем так, отличаются антисемитскими настроениями, они очень часто вот как-то их очень неконкретно у себя в голове формулируют. У меня вот есть знакомый, вот, с которым я вел беседы на эту тему, он иногда ругает вот каких-то абстрактных евреев, типа мирового правительства. Я вот у него уточняю, но у нас там есть общий знакомый там, условно, Александр, Борис, еще там кто-то, они же евреи, у тебя есть к ним какие-то претензии? Он говорит, нет, с ними все хорошо, отличные ребята. А вот какие-то абстрактные евреи, которые вот неизвестно где, вот ему как-то мешают жить, он готов с ними бороться. То есть, поэтому очень часто это не персонализировано, вот человек может не иметь вот претензий к тем, кто его окружает, там, скажем, со своими какими-то высказываниями или с чем-то. И более того, даже бывает, люди не умеют евреев отличать по внешности. Вот как-то было тоже на одной встрече, условно говоря, пикнике политическом, тоже там один человек начал евреев ругать. Я ему говорю, а ты вот не видишь, у нас тут как-то и справа евреи, и слева евреи. А он не понимает, как бы, что, собственно, вот, что вообще не отличает, как выглядят евреи, но он как-то их вот абстрактно ругает. Поэтому эта цифра, ну, наверное, она достаточно абстрактна все-таки. Понятно. Хорошо. Николай, большое спасибо, что нашли для нас время, за ваш комментарий. Всего вам доброго. Спасибо и вам. Напомню, что с нами на связи из Киева был политтехнолог Николай Спиридонов. До свидания.